Надежда Маско, 26 лет, родилась в Саратове. Имеет специальность инженера, но в данный момент работает домохозяйкой и любящей мамой. Жизненное кредо – всегда готова и никогда не сдаюсь. Я не могу передать словами, насколько я благодарна за возможность участвовать в этом проекте. За опыт, который я здесь приобрела. За то занятое время, которое могло уйти впустую. За этот коллектив, частью которого я являлась. За вашу бесценную критику и наставление. С одной стороны, меня переполняет радость, что позади тревоги, сомнения и переживания. Но в тот же момент грусть, потому что нам больше не выдадут новые конверты с заданием. Каждое задание учило меня чему-то новому. Не все получалось так, как хотелось, и порой я огорчалась. Но сейчас я понимаю, что в этом нет ничего страшного, ведь именно с маленьких неудач начинаются большие достижения. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Мне кажется, ноздри надо заткнуть. Наоборот, открыть. Мне кажется, есть что-то. Слышали, нет? Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.